Для Лидии Кузьминой персональная выставка в музее – первый опыт. Женщина занимается творчеством давно. Начала с вышивания и вязания, потом стала осваивать и новые виды рукоделия. Вплотную творчеством Лидия Александровна занялась уже на пенсии. Стала делать поделки из джута, фоамирана, фетра и подручных материалов. Работа «Дом мечты» сделана в смешанной технике. Просто домик неинтересно. Я решила добавить еще летнюю кухню. То есть сначала все так по отдельности, а потом уже поставил газон тут, травку, и пошло клумбы, водопадики, качели, в общем, лавки и все такое прочее. Вот. Это у меня буквально, наверное, одна из первых таких вот работ была. На выставке Лидии Кузьминой «Волшебный мир своими руками» представлены елочные игрушки, вазы, шкатулки, декоративные вещи, вязаный кукольный театр, куклы-обереги. Женщина рассказывает, что для творчества в ход идут различные бытовые и даже отходные материалы. Все это мастерица превращает в красивые и оригинальные вещи. Был, например, горшок. Ненужный такой горшочек глиняный. Я, значит, сделала донышко, чтобы стоял устойчивый, буквально из бобины от скотча. То есть все идет в дело. Весь мусор, не знаю как. Потом, значит, горлышко там сделала. И получилось, в общем-то, достаточно красивая ваза. Персональная выставка творческих работ Лидии Кузьминой «Волшебный мир своими руками» работает в Музее народной игрушки до конца апреля. Без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.